Мне реально желтую монету на видос, записанный попой, кинули. Вы что, были совсем? Что это такое? Так, я всех вроде записал. Какой план? Я сейчас в доту пойду. Да в целом я уже все сделал. Пошли уже в доту. Кому не... Хоть что-то с рекламы на Твиче капает? Да, хоть что-то капает. Сейчас чекну. $300 у меня в месяц. Это вместе с сапками и вместе с... этот... вместе с сапками и вместе с рекламой. Господа зрители, мое дело только вам напомнить, что каждый человек, который по той или иной причине, посмотрев данное видео, забыл оформить подписку на канал, написать комментарий и поставить лайк или дизлайк, автоматически, без каких-либо шансов на реабилитацию, будет занесен в данный список. И поверьте, места тут хватит точно вам всем. Напоминаю, мое дело только предупредить. Вы уже решайте сами для себя. А кто будет в полной поддержке, скажите, пожалуйста. Лайфстиллер. Да, не буду ничего. Так что, не будем, да, мы играть эту карту тогда? Чё, блять? Он в рацию говорит. Ты пойдешь на мид? Ну типа. Блядь. Тогда в лесу пофармлю. Мне минут 5 пофармить. В лесу занято, друг. Там нечего фармить. Нет, в лесу я буду фармить. Ну, получается, вдвоем пойдем, что делать? Почему лес в ролевом, а не в классическом? Потому что. Так, а чё? Веник, ты в пятерку пошел? Бля, вот они вроде добрые, но эти размышления, это просто пиздец. Хочется сдохнуть. Так, сейчас я этого хуесоса на гулю замучу. Все правильно, обзывайся, быдло ебаное, бескультурное. Веник, ты пятерка? Ну и сын шлюхи мертвый. Чё скажете, куда я пойду, мне похуй. Блять, ну, у нас, видишь, один хуесос вместо пятерки пошел, блять, в лес на гуле. Ебать за... Спорт ему закинуть не забудьте. Все правильно, друг, я во всем виноват. Ты что, пойдешь в харду или куда? Бля, в 10 утра. Почему эти пивные долбоебы не на заводе? Что это за ужас? Закупами, дорогие бемы, хули вы ноете. Закуп СФ разъеб. Гира, ты если. Если не хочешь на мид, давай я пойду на мид, мне без разницы. Бля. Вообще стояла легкая либо мид на выбор. Что за хуйня вообще, я не понимаю. Давай да, да, будешь первым, да, делать. Ты их голос слышишь, там максимум первый курс. Нахуй первый курс. Ебать, вас тут набежало, фриков. Он еще медведем нафидел. Ядрить ему на меду сейчас весело стоять будет. А, я понял, блядь, почему так закинул. Порядочность-то разбросана, вот и гулю к нам закинул. Так у меня порядочность выше, чем у тебя, долбоеба. Бей его, мы же его убьем. Бля, вот он убил бы его сразу, мы бы его уже убили. Я верю сейчас, когда в пизде им, когда выкормим. Подойди, мы его убьем. У него нет телепорта. Блять, зачем они вторую гранату кинули? Чё в башке у людей? Что вообще происходит? Низ пойду, хули тут пуля лазит, фармит, нет, поможет. Как некрофос? В смысле, он реально его убил? Лондруид убил некрофоса без медведя с пустым инвентарем. Как это нахуй возможно? А, там дабл мид. Что происходит, господи. А что это? А как вообще? Я ни разу не видел дабл мид в ролевом рейтинге. Что за хуйня? Они же умалишенные, как это вообще произошло? Зато в лесу стоит. Так лес это база. Причем здесь дабл мид и лес вообще. Дабл мид это руина, лес база. Что-то вертолет. Я вот это вот не понимаю, что это за хуйня вообще. Там виномансер на двух линиях сразу саппортит. Чтоб хоть как-то выровнять приколы. Ну там справедливости 2x1 обе линии. Ну, в плане 2x2 здесь, 1x1 тут. Потому что там дабл мид. Он на леге, по идее, спокойно против оград должен стоять.
Блять, там вообще керри роль свободная. Какого хуя они пошли дабл мид, когда керри роль свободная? Они же ебанутые. 0-3 некрофос. Я вообще не представляю, как это происходит. Ну, у тебя видеокарта за 200 тысяч и нет обоев, ты больной. А нахуя мне обои? Причем здесь видеокарта вообще и обои, блять? Зачем мне лепить обои? Как это связано вообще, блять? Что? Как это связано? Что за хуйня? Ну вообще хорошее сообщение, хорошее. Вот у меня есть обои, в смысле, вот это что? Что вот это? Я хуй знает. Ковер, у меня на полу вон ковер классный. Какая же камера горячая, это ужас. Это просто ужас. Что там снизу, у тебя лего нормально? Лего? Писай ничего-нибудь там, пойки. С метелкой как будто бы можно на 5-м левеле эншейте фармить, по ощущениям. Почему нет? Свет не отключают, но у меня сейчас нет света, поэтому я сижу в ахуе без кондиционера. А компьютер у меня на батарейке. Как ты в Одессе без обоев? Это пиздец. Сверху что там, нужна помощь? Гирокоптер. А где гирокоптер? Гирокоптер в миде уже. Гирокоптер уже в миде. Закуп метовый, коричневый сапог, джавелин. И хуйня на минус армор. Блять, где они эти авантюрные билды берут? Что это? Не стыдно перед котом, а кота на дачу забрали. На даче есть обои? Нет, на даче вагонка. Деревянная. В ТГ есть инфа по батарейке. Два кружка я с ней записывал, когда я ее купил только и все. Пиздец, анонс в 11. То есть я должен буду стримить где-то до часу с 8 утра. Пизда. О нет, блядь. В смысле? Ну да. Так а при чем здесь стримы и то, сколько у меня денег? Спасибо большое за донат. Как это вообще связано? У меня и сейчас денег хватает на все, что мне нужно. Если бы я не хотел стримить, я мог бы не стримить. Причем долго. У меня же нет никаких потребностей ебанутых, которые всасывали бы деньги. Я трачу 10 тысяч гривен в месяц. Мне нихуя не нужно абсолютно. Ну хотя справедливости ради, мне нужно дохуя денег. Я хотел бы жить в частном доме со здоровым бассейном. Чтоб я мог, когда офл стрим, просто прямо из окна падать в этот бассейн ебучий. Но для этого мне нужно зарабатывать, наверное, 10 тысяч в месяц. Плюс-минус. А так я даже одежду себе не покупаю. Только еду и коммуналку и все. 10 тысяч рублей. Пока девушку не найдешь. Так а при чем здесь девушка? При чем здесь девушка? Сколько у вас коммуналка? Ну, у меня двухкомнатная квартира. Я не помню, 3000 гривен я, по-моему, последний раз за коммуналку отдал. При этом почти полторы или почти две было за свет. Потому что кондёр включен 24/7 компьютер. Ну, как? Как 24/7? Света нет, он не работает, блядь. Но когда есть свет, он всегда включен. Я его даже ночью включаю, когда сплю. Самое охуенное, когда ты засыпаешь с кондёром, и потом через полчаса вырубают свет, и ты спишь со всеми закрытыми дверьми и с выключенным кондёром. Бля, это так классно, вы бы знали. Ты просыпаешься в ахуе максимально. Ебёт хуем. Челы, которые пишут, что появление женщины в 100 раз расходы увеличивает, ну, смотря какую ты себе ищешь. Мне, например, ну, если я буду себе когда-нибудь лутать женщину, то мне нужно, ну, чтобы она тоже зарабатывала. Я не хочу, чтобы у меня кто-то на шее сидел. Нахуя мне это надо? Это в целом как будто бы показатель человека, даже хуй с ним с деньгами. Мне кажется, любой взрослый адекватный человек, если у него нет каких-то занятий по типу, ну, там, допустим, в семье ребенок или что-то подобное, на что дохуя времени уходит, он зарабатывает всегда деньги. Потому что, ну, как будто впадлу жить, если ты деньги не зарабатываешь. Тебе просто, ну, какой-то хуйней страдаешь. Ну, не в плане то, что деньги самое важное, а в плане то, что... Ну, мне было бы просто нехуй делать, если бы я не работал. Ну, стримы, конечно, работой сложно назвать, но вы поняли, о чем я. Чем тебе, блядь, заниматься? Просто сидеть дома и смотреть сериалы 24/7? Ебать хуйня. Медведь тоже Радик лутает? Да он меня замутил, пошел он нахуй. Я ему в медведя залезу, буду своим Радиком у него крипов воровать. Хорош. А, у меня 4000 денег, я что-то вообще не обратил внимания. Ну, кому не похуй.
Оно того стоило. Разменяли одного СФа на троих. Вопрос ёбнутый. Никто не знает. Ну я не знаю, вот почти у меня, по-моему, все женщины, с которыми я общался, они работали. Мне не надо, чтобы человек зарабатывал, допустим, столько же, сколько я. Главное, чтобы меня не скамили. Что скамить буду я. Давайте дома заберем, сейчас я приду. Поэтому я не знаю, это вроде, ну, нередкое явление. Ну, хотя я общался в основном с женщинами около 30, поэтому неудивительно, что там все зарабатывали. Киньте репорт лондруиду, второй радик покупает. Блять. Милфхантер? Нет. Так а в 30 это же не милфа еще. Нет? Ладно, пойду тогда лес пофармлю. Радик выфармлю. А чё наш хуесос на гуле? Хуя не сделал еще, блять. Блять. Какой же токсичный сын шлюхи. Возрасту отношения, ну я понял. Блять, я знаю, как это расшифровывается, при чем здесь это? Ну мы же не используем по прямому назначению это слово, мы же, ну, фигуральное выражение. Спасибо, спасибо. Серега, а почему у тебя огр такой сильный? Почему ты, блять, нихуя его не выебал на линии? Бля, какое же оно отсталое, это просто невероятно. О, лайк отходит. Огра тяжело же выебать, нихуя себе выебать огра, это, блять, это его знает. На леге огра вообще как нехуй делать, ты чё? Первый, второй скилл, блять. Второй похилился, третьим подамажил. Дом Милф, мы, кстати, включали особняк Милф на стриме. Оно какое-то хуёвое, если честно. Чуть-чуть не попал на СФе, бывает. Биполярка в чате, да забей, в чате психи. Сейчас бы думать о том, что люди в чате пишут, там никогда ничего умного не будет без агрессии. Ты на колонках, да. Ну, я слишком жарко, я не хочу в плюс 40 сидеть в наушниках. У меня наушники же, ну, закрытые, большие. Пизду, я сдохну от жары. Не хочу, спасибо. Надо, кстати, помыть амбушюры будет потом. Бля, я забыл кондёр опять почистить. А, насрать, ладно, потом разберусь. Лего, похиль. Сжёг. На гули надо репорт закинуть. Не забудьте. Осуждаю. Я во всем виноват, друг. Из таверны не вылазишь, я во всем виноват. Сейчас, кроме того, что он сосет, у нас ничего пока нет. Да, друг, у меня 3-0, я сосу, ты бегаешь, фидишь, второй радик покупаешь, я виноват во всем. Это правда. Он сдохнет, нет? А, его отхилил некрофос. Жалко, мне еще 4 раза надо сдохнуть, чтобы твоего уровня достичь, сын шлюхи ебаный. Надеюсь, он, блядь, от спида сдохнет. Так осуждаю, что, осуждаю престарелого долбоеба. Ебаный, играйте, нормально он играет, радик выфармил. Так что подфармить, разъеби. Осуждаю престарелого сына, блядь. Какой нахуй нормально играет? Че пикнул, пикнул, хули теперь, ебать, обосраться, что ли? Блять, это мразь просто ебаная, по сути. По сути, мразь, бля. Господи, какой омерзительный хуесос. Есть, есть, фармим, фармим. Какой же омерзительный долбоеб. Просто ужас. Я бегал 3-0, он на меня пиздит. Просто бегает, дохнет постоянно. С радиком на медведе первым артефактом после фазов, который он 20 минут не может с мида собрать. Просто невероятно. Блять, ну что тебе от меня надо? Че, он сдохнуть решил на то? Пусть знает. Он просто развернулся и пошел во всю команду вражескую. Ну что с этим сделать? Поделитесь там, отвлеките, пожалуйста. А, я понял. Это СФ, которого я в миду выебал, блять. Выебал жестко, друг. Выебал очень жестко. Жалко, у тебя 6-6 у долбоеба. Фу, пятерку гулю и сосать говно.
блядь. Господи, какие же фрики. Это просто невероятно. Просто невероятно. Че он меня боится? Я же ему нихуя не сделаю. Он это понял. Жалко, диффуза нет. Да, Радик первым артефактом на лундруиде. Очень печально. Соло. Хуесос состилил. Мать его ебал. Надеюсь, ты сдохнешь от спид. Осуждаю. Права говори. Че, в Легу может залезть? Гирокоптер какой-то вообще овощ. Хуй знает. Ладно, в Легу пока залезу. Разминировал лучше. Блять, да что это такое? Почему каждый раз, когда я залажу в чела, он идет фидить просто? Почему он друида типнул? Он... Ты че, мне лайкаешь-то, блять? Пыш меня, нахуя? Нравится? Пылесос ебаный на гуле, блять. Да не злись, Бибизяна, не злись. В соло мид выиграл. Жалко, ебало разбили 7 раз подряд. Очень печально. Бля, ладно, в вертолет залезу. На Леге далеко сильно съебался. Чё-то Гверту лит не дамажит нихуя, да? Абсолютно. А хуесос на гуле даже вылезти, блять, не может, чтобы дамаги дать. Это чё за помойка ебаная? Дал дамаги, друг, всё ради тебя. Блять, от станка на 2 метра отошёл, речевой аппарат сломался. Закрой ебало, долбоёб. О, господи, блять. Какой же ужас. Как думаете, у Гули большое очко? Друг, очко у меня просто ёбнутое. Ты таких даже чисел не знаешь про диаметр. Если говорить. Это просто пиздец. Надеюсь, тебе сейчас комфортно, и ты прям смеешься жестко плюс мощно. Можешь еще пару серий Comedy Club посмотреть, а там просто разорвет нахуй. Там Гарик Бульдог Харламов, когда на сцену выйдет, просто руки раздвинет и скажет «Хуй!» Я уверен, ты просто порвешься на две части. Делай, друг. Это крепкий чай. Увы, мультикаста либарды. Че же они так криты на лоу ПТС любят на Легу постоянно? Дезоляторы криты, то что прям пиздец обожают челы на лоу ММР на Легу собирать. Нихуя себе. Урона много, криты большие. Все в ахуе, я думаю, с такого. Вся команда крадется. Ебать, а руна смерти на СФ, я ничего не поделать. Чё, сейчас мужик на Леге в соло игру выиграет или что это такое? Какой тизер тебе больше всего понравился? Виспа с крысой. Охуеть, на лондруиде гений. Он не стоит АФК, а на фонтане. Он хотя бы лес бьет. Мейн героя. Из минусов даст он в рюкзаке носит. Чё, гем возьму? Да гем возьму, наверное. Там вроде сбивать мне вообще нечем ТП. Дум ТП сейчас не сбивает. У Дума же нет вроде микробаша, да? Только сам эффект Дума. Соответственно, мне там сбить ТП вообще нечем. У Леса Тьмы ХП уберут. Надеюсь, у Лундруида уберут пол зарплаты за эту хуйню, которая в игре происходит. Ну, давай, штрафуют, долбоёба. Ебать там дэмэджа у гирокоптера, какие-то просто заоблачные цифры вылетают. Киньте по репорту лондруиду, он даже дефать не хочет, ему вообще похуй, просто АФК встал. А, Дум, нихуя себе, у меня пол команды сдохло и Дум не в кулдауне, ебать фокусы. Пошел размен Т3 на трон, наконец-то.
Шакал Тамио. Что, блядь? Что? Айсфрог, Адольф, пришелец. Что это за хуйня вообще? Почему? А где спасибо за игру, парни? Так а кому? Я у всех в муте. С кем мне разговаривать? Они все меня замутили, они же ебанутые.